Здравствуйте. Мастер, скажите нам, пожалуйста, упражнение для памяти. Сейчас мы сам смысл. То есть есть упражнение для шейных позвонков, и называется она «Улыбка дракона». Одна из решаемых задач этого упражнения – улучшение памяти. Вот, наверное, для женщин интересно будет, извиняюсь за такой вопрос, но вот можно ли с этим упражнением брать второй подбородок? Что надо к нам прибирать? Да, это упражнение гимнастика для лица. То есть за счет мимики лица идет улучшение кровообращения, стимулируются рецепторы. То есть это упражнение является гимнастикой для лица, для женщин очень рекомендуется. Мастер Са, а покажите, пожалуйста, последовательность этих упражнений. Для девушек? Для девушек. Хорошо. Первое. Напрягайте мышцы шеи. Раз, два. Раз, два. На выдохе делайте движение. И повторяйте? Не надо. Я думаю, что вы можете повторить по желанию. Дома повторю. Дома повторю, да. Понятно. Второе. С поворотом. И следите за мышцами шеи. Вот сюда концентрация внимания. Делайте вдох, выдох, 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 вдох, выдох, выдох. Следующее. Вдох, выдох, выдох, вдох, выдох, выдох. Все время следите на мышцы, которые растягиваем. Следующее движение. Вперед-назад. Вдох, выдох, выдох, вдох, выдох, выдох. Вдох по кругу. В одну сторону на выдохе, сколько хватит. Вдох, в другую сторону на выдохе. Предыдущие все делались по 12 раз. А вот эти достаточно 3 раза в одну, 3 раза в другую сторону. Затем вы делаете такой массаж лица, поглаживание. Мышцы шеи. Впереди, сзади, лоб, голова, постукивание, хлопок, разогрели руки. И сейчас возле лица держите руки, они излучают тепло, и вы делаете такое поглаживание, как будто бы греете лицо. Понимаете? То есть руки у нас излучают тепло. И вот вы настроили ощущение тепла. Если не излучают руки, значит похлопайте побольше. Или позанимайтесь упражнением, которое восстанавливает тепло в ладони. Отсутствие тепла в ладонях – это нарушенная работа энергосистемы. Это очень плохо. То есть если вы пьете руку человека, она холодная. Это значит, говорит о том, что нужно восстанавливать энергосистему. Значит, какой-то орган у вас находится в проблеме. А какой это может быть орган? Любой. Mm-hmm. Если у нас температура внутренних органов ниже нормы, а норма 37 градусов, то это приходит к заболеванию внутренних органов. И как отклик мы слышим холод в ладонях. Человек жмёт руку, у него рука холодная, значит, энергосистема у него неправильно работает. А как узнать, какой орган? Это мы коснемся на другой лекции, я расскажу, как это узнать. Это очень просто. Сейчас у нас именно шея. Да. И мы начали с того, что это упражнение для восстановления памяти. Одно из. Но мы перешли сейчас уже к практическим занятиям для улучшения кожи лица, для того, чтобы чувствовать себя красивой. Посмотрим в зеркало. Это упражнение нам дает целый комплекс. И память улучшаем, и морщины разглаживаем. Кроме того, мы еще дополнительно восстанавливаем расстояние межпозвоночных дисков. То есть это для людей, у которых проблемы с шейным отделом. Если, к примеру, там атлант смещен или между вторым и третьим шейными позвонками. То есть я сейчас показал часть упражнений, но их очень много. Это все относится к технике дракона. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания. Спасибо.